Теплоснабжающие организации в ходе подготовки к новому отопительному сезону отремонтировали в Уфе 13 километров сетей. Общая их протяженность в городе составляет более 1000 километров, сообщил начальник управления по жизнеобеспечению Уфы Антон Тристан. Уфимские инженерные сети обновили и построили 8 километров сетей. До конца года завершат работы на объектах протяженностью 0,5 километра. БАШ РТС в этом году заменила почти 5 километров теплосетей, полностью выполнив план. Еще 1,5 километра строит БАШ РТС в рамках инвестиционной программы. Работы завершены на 53%. Объем замены определяется схемой теплоснабжения, а также тарифным решением, которое позволяет нам это дело сделать. Сколько в тарифе денег лежит, будем и менять. А сейчас пока 5% не достигается у нас, далеко не достигается. По сетям БАШ РТС, да, тепловые сети, отработавшие свыше 25 лет, это у нас составляет 57%. По сетям ГВС горячего водоснабжения, которые старше 25 лет, составляет 62%. Всего к предстоящей зиме подготовили 5500 многоквартирных домов, в числе которых 5 с центральным отоплением и 107 с крышными котельными. Помимо БАШ РТС и МУП УИС, подготовку к зиме ведут и другие ресурсоснабжающие организации. Уфа-Водоканал отремонтировал 7 километров водопроводных и 2 километра канализационных сетей. Башкирэнерго выполнила капитальный ремонт 59 распределительных пунктов трансформаторных подстанций и заменено более 6 километров воздушных и кабельных линий.